Саша Пушкин, наш новый барабанщик. Который не сразу понял, как ему повезло. Но в том смысле, что сначала он очень хотел к нам. Мы встречались несколько раз. Один раз мы встречались в тот момент, когда еще прослушивали Сашку Аверьянова. Что-то у нас как-то не сложилось. Потом Пушкин еще раз пришел. Вот. И, ну, классно, классно. Но он еще не понял вообще, в какой он западню попал. Только спустя какое-то время он начал догадываться об этом. Вот. И так начал догадываться. Ну да. Да, понимаете, совпадений в фамилиях не бывает. Поэтому я думаю, что у нас вообще большое будущее. Сань, ну, я тебе желаю удачи. У тебя сегодня было крещение.